Чтобы все было честно, каждая работа обезличена и авторство не указано. Так, на судкомиссии представили 13 дизайн-проектов, и у каждого из них свое уникальное видение новой набережной. Мне, например, больше всего понравился этот проект, так как в нем автор учел множество интересных деталей. Например, здесь есть все соединяющие мосты, бассейн под открытым небом, который в зимнее время превращается в каток, и даже есть специальное место для гастролирующего цирка. Некоторые макеты буквально будоражат воображение. Амбициям авторов нет предела. Тут и спортивный стадион, и шикарный дворец бракосочетания, и даже новое здание театра «Байкал». Однако финальный этап голосования пройдут лишь 3 проекта. Выбирать их предстоит специальной конкурсной комиссии в лице именитых архитекторов, депутатов и общественников. В каждом проекте есть какие-то такие находки, будто в плане даже доступности. И хочется их объединить, наверное, в самый лучший проект, да, потому что даже есть тот самый лучший проект, который на сегодняшний день нравится, он, к сожалению, не все, наверное, эти требования учел, хотя, тоже неплохо сделал. Каждый дизайн-проект словно кадры из фантастического фильма. Верится в такое преображение с трудом, особенно учитывая то, как набережная выглядит сейчас. Унылый серый пустырь, заваленный мусором. Назвать зоной отдыха это место не повернется язык. Более того, как таковой набережной в Улан-Удэ никогда и не было. А то, что мы имеем, это дамба, предназначенная для защиты города от наводнений. Той классической набережной, которую мы очень часто видим, сравнивают разные города, конечно, сравнивать нельзя. Почему? Потому что там набережная – это одежда, каменная одежда вот этих набережных, боны, которые опущены в воду непосредственно, это классические набережные. У нас в городе Улан-Удэ это гидротехническое сооружение, которое будет превращено в зону общественного притяжения. Тройку лучших работ жюри определят уже завтра. Ознакомиться с их выбором можно будет на сайте администрации, где на суд жителям представят все дизайн-проекты. 3 отобранных проекта пройдут стадию голосования, рейтингового голосования, открытого голосования среди наших граждан. Поэтому я бы хотел призвать наших граждан 18 марта прийти и выбрать тот проект, который им по душе. Выбрать будущую набережную можно будет на всех избирательных участках. Для этого там установят отдельные урны для бюллетеней. На вопрос, когда ждать начала строительных работ, власти пока не загадывают. Как только определится победитель, начнут искать деньги на реализацию. Чингис Ачиров, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.